Добрый день всем из Одессы. Сегодня 12 июня 2024 года. Мы с вами в Черного моря, в Аркадии. Сегодня у нас среда. Вот такая вот обстановка на одном из главных пляжей города. Люди есть, но, честно говоря, не сильно много. И понятно, будний день, там выходные побольше, конечно. Тут вообще воскресенье был весь пляж усеян. Ни одного свободного места не было. Но сейчас тоже достаточно немало, с учетом того, что будний день. Море успокоилось, вчера такой шторм был. Смотрел мои вчерашние видео, я снимал прям, какие сильные волны трескались. Сегодня уже спокойно, видите. Спокойно и чисто, на удивление. Жарко у нас на улице, и не где-то градусов 30, на солнце все 40. Вот дедушка каждый день загорает, то есть черный весь. Ладно, всем хорошего дня, до встречи.